72-е деление. Готовятся финалисты веса до 71 килограмма. Дунгеров Вадим, самое 73-е отделение. Рушев Николай, самое 71-е отделение. Арбитр мнения по встрече. Предупреждение спортсмена в синей форме за пассивное ведение борьбы. Один балл спортсмену в красной форме.
аплодисменты по зрению красной формы. В этой встрече победу одержал Тебенков Артем, самый сильный четвертый.